Кот-д'Ивуар группа демобилизованных военнослужащих захватила город Буаке в центре страны. Сообщается, что мятежники предварительно похитили оружие из полицейских участков, вступили в перестрелку со стражами порядка, а затем выставили КПП на въездах в город. Утром в пятницу власти признали, что населенный пункт перешел под контроль бывших военных. При этом в правительстве сообщили, что никаких насильственных действий в отношении мирных жителей мятежники не предпринимали. Позже выяснилось, что аналогичные события разворачиваются и в другом городе Кот-д'Ивуар – Далоа. Там группа демобилизованных солдат также открыла огонь по полицейским.